20 октября 1973 года в Куйбышеве открылся дом актера. В здании на Вилоновской, 22, разместились правление и библиотека Куйбышевского отделения Всероссийского театрального общества. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» в рубрике «Этот день в истории». Глава Самарского района Роман Радюков встретился с победителями городской спартакиады среди инвалидов. В этом году спортсмены от общества инвалидов Самарского района заняли первое место. Телеграм-канал администрации района поздравляет сильных духом людей. Они действительно умеют радоваться жизни, любят и ценят родных и близких, не пасуют перед препятствиями и добиваются новых побед, пишут авторы канала. В Самаре для отдельных категорий граждан действует услуга «социальное такси». В рамках данной услуги осуществляется перевозка маломобильных граждан к социально значимым объектам общественного значения с помощью специализированных легковых автомобилей. Оформить заявку можно по телефону 250-0350, информирует телеграм-канал Октябрьского района. Ежегодно 20 октября в России отмечается День военного связиста. В этом году праздник проходит 17-й раз. Событие берет начало в советские времена. 20 октября 1919 года были созданы войска связи, которые получили статус специальных. Военная связь – это ежедневный непростой труд. Постоянная работа с использованием новейшего оборудования и методов передачи данных. От вовремя переданной информации зачастую зависят людские судьбы и исторические события. Телеграм-канал администрации Железнодорожного района Самары поздравляет с праздником всех причастных.